Доброго дня, дорогі друзі. Ми продовжуємо працювати над циклом програм Людина ідея. Тобто ми запрошуємо в нашу студію таких яскравих інтелектуалів, які нам можуть розповісти про одну, але велику ідею. І сьогодні у нас в студії професор славістики університету З Роланд Марті е ми з ним поговоримо про таку важливу проблему, ідею мовна політика в Європейському Союзі. Так, да, ну, я должен внести маленьку уточнення, потому що я предпочитаю говорить не о в Союзе, а всего, языковая політика в Європейському Союзі, а скоріше всього мовкова політика в Європі. целиком, так сказать, и кроме того, извиняюсь, что у меня, конечно, речь не первая государственная речь, которая употребляется здесь, ну просто не изучил, не Но изучал эти языки. Мы этот язык. разумеем, что э, э, российская э, для для вас гетеж э, за собой. Спілкування, тому yeah. что вам было простейше земное спелкуваться я перейду теж на російську мову а вот почему так важно э, подчеркнуть вот это э, вот этот смысл не, не европейский союз а европа. Ну, потому что это вообще в Западной Европе, по крайней мере, все думают, что Европейский Союз и Европа – это одно и то же. Но на самом деле это, конечно, не так, потому что ну, часть Восточной Европы еще не является членом Европейского Союза. Кроме того, и Норвегия, и Швейцария, и Бог знает, может быть, скоро и Великобритания тоже не будут членами Европейского союза, но у них все же есть языковая политика, и она вообще контролируется другими там организациями. И если говорить вообще о, о языках меньшинств, тогда это вообще Европейского союза вообще не интересует, потому что для них... Это вопрос каждого отдельного государства. Этим занимается э, Совет Европы, потому что они там э, прилагали вот эту хар хар хартию, хартию э, региональных и э, языков и языков меньшинств, и это очень важно для маленьких языков. И меня, конечно, кроме великих языков, как могучий великий русский и другие, интересует и маленькие языки, то есть языки меньшинств, потому что им сложнее, то есть просто пережить. Ну, вот тогда, наверное, имеет смысл привести пример какого-нибудь маленького языка, чтобы мы понимали, какой язык называется маленький? Ну, в Испании, да. например, это что баскский будет? Скорее всего, да. Это вообще язык, который не является государственным. А вот если попробовать составить такой список языков э, вот этих меньшинств которые э, ну вот мы сейчас называем маленьким это неправильный да. термин мы просто ну, пользуемся им нет, но вот конечно. к, к баскскому языку к, какие еще языки можно было бы добавить ну я лично занимался конечно маленькими славянскими языками то есть так называемыми микроязыками Uh, и здесь могу показать на лужицкий язык, то есть верхний и нижний лужицкий, это даже два языка. Да, но которые... тут нужно опять пояснить нашим людям, да, брат, да, сейчас, да, где, да, где, где, где живут где, носители этого языка. Вот, бедные там лужичаны, они живут в Германии, ну, грубо говоря, между Берлином и Дрезденом. Вот там это лужица, и там они... Ну, я бы сказал, с седьмого столетия уже там живут. И это славяне? То есть, конечно, это автохтонное славянское население, и они их не очень много, и там можно очень хорошо показать, как сложно вообще эм, вот этим языковым меньшинствам пережить э, в окрестности, так сказать, Большого. Языка. Mm -hmm. И это, конечно, не только у этих лужичан, это то же самое насчет ретро-романского языка в Швейцарии, хотя это даже официальный язык или, по крайней мере, частично. Да, официальный язык швейцарии или язык сами в норвегии э, и так далее и так далее ну список довольно большой можно сказать. Ну, тогда получается что существует противоречие да, между языковой политикой евросоюза и того что мы сейчас называем языковая политика европы э, можно сказать что они Взаимно, так сказать, дополняют друг друга. И, конечно, сейчас я сказал, что именно языками меньшинств э, Европейский Союз не занимается. А зато Европейский Союз имеет, ну, как сказать, уникальные там... Эм, специфику, уникальную специфику, а именно то, что в Европейском Союзе все языки членов, то есть все государственные языки, являются и официальными языками Европейского Союза. И это, насколько мне известно, это только в Европейском Союзе. Во всех других международных организациях там существует ограничение. Да, да. Или один язык, или два языка, или ну два языка, это, например, вот этот Совет Европы, который там вот предложил вот эту хартию. У них просто только два официальных языка, то есть французский и английский. А Соединенные Нации, у них шесть, если я правильно помню, так что это... А в Европейском Союзе, получается, 24. Сколько? 24, 24 да. да. И это, конечно, тоже очень редкое явление. И это я думаю что это очень важно и всегда там можно услышать люди которые говорят ну это не имеет никакого смысла потому что там надо все законы все там э, публикации так сказать надо перевести на 24 языка что безумно ну конечно безумно но, ну, в принципе, это все же очень важно для того, чтобы сохранилось богатство, скажем, языковое богатство Европы. Ну вот, я так понимаю, что сейчас мы действительно сформулировали одну из самых фундаментальных идей, да. собственно, которые мне хотелось чтобы мы говорили. да? Вот это вот языковое богатство, разнообразие, mm -hmm. потому что мы говорим о, о государственных языках, которые становятся языками Евросоюза, если мы говорим о вот этих малых языках, это тоже. Да, вот я бы хотел, чтобы мы немножко больше поговорили, почему это так важно знать э, жителям э, Украины. Ну, потому что, если я правильно понимаю, все же э, Украина хочет один прекрасный день вступить в, в Евросоюз. И, тогда и она уже в Европе со своими, она, со конечно, своими малыми да, языками между да, прочим. Да, конечно. И кроме того, она является членом и Совета Европы, так что э, насчет вот этого э, этой защиты маленьких языков. Э, Украина еще там э, включена, так сказать. Ну, если она входит в Европейский Союз, тогда украинский язык, скорее всего, становится и еще одним официальным языком э, Европы. И тогда надо перевести вообще вот, все вот законодательство, все законы, так да. что для переводчиков будет работать сколько угодно. Это просто так. И это, конечно, тоже хорошо для нас, филологов. Да. Но это все-таки такая, я бы сказал, законодательная да, то есть да, составляющая. Конечно. А вот я бы хотел, чтобы мы поговорили о гуманитарной составляющей. Потому что я понимаю, что если утверждается идея, что все языки членов евросоюза становятся официальными да. то получается какая-то такая интересная идея европы многоязычная, много голоса но это же как-то меняет и наверное понимание идентичности каждой конкретной страны правда да, да. насколько в этом смысле политика языковая политика да вот, то есть эффективно формирование другого типа сознания открытого типа сознания вот я бы хотел да. чтобы мы об этом поговорили немножко ну конечно это действительно это еще не во всех государствах Евросоюза, евросоюза например тоже не правильно понят, так сказать, что э, языки это является каким-то богатством. И, например, вот Франция, потому да. что во Франции это довольно старая традиция, только французский язык, и ничего другого нет, и поэтому вот все эти языки меньшинств, их довольно много, они э, у них никакие права, э, никаких прав нет то есть они не могут ссылаться на то, что там это право каждого человека употреблять свой язык, изучать свой язык и так далее, и поэтому Франция, например, не подписала, нет подписала, но не ратифицировала хартию. Потому что у них эти условия, эти во во Франции времени. действительно такая серьезная проблема, как, например, в Испании. Я понимаю, в Испании. Да. Ну, там это, да, да. на уровне страны четыре официальных языка. Да. Но три из них э, при этом не являются язы языками Евросоюза. Там, да. Галисийский, да. каталонский и, и баскский. И, да, да. и это безусловно. Я был свидетелем этих э, всеобщих. Забастовок в университете, когда там писал книжку свою, да. То есть, и это и главная в причина. Не-не, да? в, в Витории Гасте, в столице Страны Пасха. А, и да. они говорили о том, но ну, мы же так долго боролись за наш язык, а теперь вы приняли вот э, эту языковую политику свою. И мы не существуем. Да. Это была главная причина, на самом деле, да. То есть, да общих Забастовок, которые языковые вещи. Но да во Франции, да. все-таки, не так, наверное. Поэтому ну, Казахстанская мы... более унифицированная страна. Да, конечно, это вполне централизировано, именно из-за этого это сложно. И кроме того, там есть, конечно некоторые проблемы, особенно с немецким языком в Альсас, потому что это все же язык бывшего врага, можно сказать, и поэтому они даже это не называют немецким языком, а альсасским языком, для того чтобы это это связь с немецким языком уже забылось, так сказать. И там можно сказать, ну я живу прямо на на границе, там рядом это Лорен. Там, в принципе, это тоже был немецкоязычный язычный регион. но там мало кто еще говорит по немецки. Ну старые люди, ну молодежь прежде всего, конечно, по французски говорит. Так что это совершенно другой тип языковой политики. И это, ну, во Франции это, к сожалению, это такая традиция. И из-за этого, ну, постепенно исчезают и диалекты, исчезает и, диалект, и провансальский, то есть окситанский язык, исчезает и кельтский, то есть бретонский язык и так далее. Самое странное, что Франция гордится вообще, ну, как сказать, кельтским э, наследие, прошлым, наследие, да, да, да потому что, ну, известно, Астерикс и Обеликс, это, да, это все, да, все совершенно, да, конечно, это да. просто так. Ну, э, если говорим о действительно языковой политике, тогда это как раз не так. Ну, Но, есть и другие, конечно, государства, где это как раз почти наоборот. А где-то вот в Европе есть э, случай, мне просто самому тоже интересно, когда можно говорить все-таки о все каком-то гармоническом, э, о какой-то гармонии более-менее, да, то есть между да. э, вот э, этой тенденцией к унификации большими да. языками, да, и вот сохранению этих малых языков. Вот какая-то, может быть, страна, где вот это вот разумнее всего сделано. С ну, кого пример брать? Я мог ответить, или я бы ответил 20 лет тому назад, что это, конечно, Швейцария, то есть моя родина. И... Потому что там вообще сейчас три с половиной официальных языка. То есть э, немецкий, французский, итальянский и ретро-романский. То есть ретро-романский заходит как половина языка. Э, да? Вот именно, потому что там сказано, что это один из четырех национальных языков, а э, не совсем полный официальный. То есть это является официальным только тогда, когда речь идет об этом регионе, где э, они живут. Так что поэтому я скажу три с половиной. Ну хорошо, 20 лет назад. А что сейчас э, Швейцария уже не может быть примером? Эм, во всех отношениях, потому что когда я учился там, было совершенно ясно, что первый иностранный язык ⁇ это другой язык эм, государства. То есть у нас это, конечно, был французский ну, язык. Да, то есть если и ты в это... немецкоговорящем да, кантоне, то да, будет да, французский. Да. да, и у, фран... у французскоязычных это был немецкий язык. У итальянскоязычных это было или французский, или немецкий. Скорее всего, это был немецкий. Но дело в том, что сейчас первые иностранные в некоторых кантонах, это уже английский. И это, конечно, плохо, потому что у студентов получается впечатление, что для жизни в государстве в швейцарском государстве важно не другой государственный язык, но английский. То есть переезжаешь из франкоязычного в немецкоязычный да. и переходишь на английский. На, английский. на английский. И это, конечно, плохо, потому что это вредно для, ну как сказать, единства или для чувства единства вот этого государства. И поэтому это получилось так в последнее время. Это, конечно, тоже плохо. Но там еще одна сложность, а это из-за, ну, как сказать, из-за немецкоязычной части Швейцарии, потому что там принято говорить только на диалекте, а не на стандартном языке. Писать, конечно, надо на стандартном языке, а говорить только на диалекте. Ну, если бедные там французскоязычные или итальянскоязычные, там хочет э, поговорить э, с немецкую язычную. чтобы его так. Да, тогда по надо посчитали, изучать. что он свой, да тогда, тогда. тогда. надо изучать и стандартный язык, и диалект. И поэтому это плохо. Это, конечно, мешает вообще взаимному пониманию и взаимному сообщению. вот, ну, вот, вот из того, что мы сейчас сказали, да, то есть мне кажется, что одна из фундаментальных идей, которые лежат в основе языковых политик, о том, что мы говорим, да, то есть это, ну, наверное, все-таки как-то связано с идеей лингвистической экологии. Да, да. То есть это, Я хочу, чтобы мы сделали небольшое такое теоретическое, ну, очень на простом да, да. языке обобщение, в чем собственно состоит идея лингвистической экологии, почему так важно ее озвучить в нашей стране, я тоже могу сказать потом. Конечно, что в Украине это тоже. Важный, Итак, что же такое, в чем же состоит принцип лингвистической <laughs> экологии? Ну, это, в принципе, то же самое, что в нормальной экологии, что надо сохранить богатство, потому что богатство, ну, как сказать, э, приносит все новые там, или возможность пережить, ну, так сказать, культурного э, ДН, ДНК. Хотя сказать, это, конечно, вот, метафора, правда, да? Ну, конечно, это метафора, ну в принципе, это именно то, Потому что если там уже потеряется какой-то язык, тогда потеряется тоже какой-то ну, способ мышления или выражения мыслей. И, и культура, и, 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 культура, и, и, и мечты, вообще, и сны. Да, и, и все, все что... вообще все, что угодно. Кроме того, конечно, и литература уже не, не можно читать, или только в переводе. Ну, значит, это просто то же самое, что происходит в природе. В принципе, тоже происходит на, на области, в области языков. Именно из-за этого можно действительно говорить об экологии языка. А что же, собственно, все-таки мешает э, вот э, современной Европе да, решить эту эту проблему? Вот по-настоящему, потому что, ну, мы же здесь говорим, что получается, что Швейцария не уже тоже не как раньше mm -hmm. говорили нет оперы mm -hmm. есть <свист> да. определенные серьезные конфликты ну, практически наверное в любой в любой европейской стране это существует поэтому э, не стоит как-то да но ну, ну, ведь это такая красивая понятная идея да, да но ну, она очень простая но ну, смотрите ну, люди э, говорят ну хоть даже на самом маленьком языке ну пусть их там самая маленькая группа но это же Язык не создается в течение там, да, даже да. жизни одной, одной жизни, да, то есть это многие-многие жизни, это поколения, которые э, вот этот уникальный опыт. Ну как же было бы обидно это все потерять? А получается, что мы ну, все-таки теряем. Вот да, что, ну, что, что мешает? Это то же самое, как в природе. Там то есть, есть, глобализация, скажем, например, да? э, скажем, волк да исчезает, потому что условия жизни уже не существует как таковые. И в принципе то же самое насчет языков. То есть, если ты представитель какого-то языкового меньшинства, тогда... Конечно, ты обязан, если хочешь учиться в университете, конечно, изучать другой язык. Ты обязан искать работу где-то в другом месте государства, где этот язык не употребляется. У тебя появится жена, у которого язык государства, а не твой язык. У тебя, конечно, дети они уже не будут там или только если тебе э, удастся вот это передать, ну как правило у них этот язык уже теряется, так что именно происходит в принципе совсем аналогично к тому, что происходит в природе. И э, дело в том, что для для того, чтобы отвратить это, надо было эм, ну завести, так сказать компенсационную языковую политику. То есть дать меньшинствам больше прав, чем э, э, вот, государственному языку. Ну что происходит? Происходит точно обратное. Например, вот насчет лужицкого языка, верхнего и нижнего лужицкого языка, ну у них на месяц 30 минут телевизионной то есть, передачи. То есть у них есть свое телевидение? Нет, 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 это это не, часто, телевидение. Это не их, а И... кроме того, это в месяц 30 минут. Ну, в принципе, если лужичанин, вот он имеет те же самые права, как немец, так что в принципе они должны ему предоставить 24 часа в день э, вот лужицкоязычного пере, э, лужицкоязычной передачи, но это вообще невозможно Тут потому денег для что, этого просто, во как всегда нет. это да? даже не вопрос денег, это даже вопрос людей, потому что ну люди, которые могут сделать все эти программы, их просто нет, иначе весь э, лужицкий народ работает то бы в лужицком телевидении, так что это не реалистично. Но это надо иметь в виду, если смотришь на индивидуальное лицо, тогда это, конечно, так. Что здесь языковая политика та же э, такая, которая даст им там 30 минут в месяц, это просто недостаточно, потому что перевес э, официального языка намного больше. Вот. Ну конечно, конечно, Так что я на самом деле не вижу там э, реальные возможности, это очень сложно. Кроме того, надо сказать, что э, как раз в этих меньшинствах довольно много э, даже не интересуется этими вопросами. Они думают, что мне лучше... Э, Говорить да, по-немецки по по и все. Или по-английски по и так ну, далее. Ну вот, я, насколько я понимаю, да, вы уже много раз были в странах Восточной Европы. Да. Я понимаю, что Россия, Беларусь, Украина тоже не последний, да. не первый раз, да. То есть да. Вот, если попытаться оценить вот, с точки зрения европейского ученого, лингвиста занимающийся этой проблемой вот украинская языковая политика ну. насколько она европейская не европейская какая она не надо нас жалеть говорите правду нет нет дело в том что конечно здесь надо смотреть на историю то есть, ну извините, советское наследство, потому что в советские времена совершенно ясно, в принципе все языки были полноправными, равноправными, декларативно. декларативно. Но там еще была вот эта традиция русский как второй родной язык. Но это, конечно, всегда было в ущерб вот этим другим языкам Советского Союза, и поэтому во всех э, республиках Советского Союза там довольно большое количество людей, которые э, живут только русским языком, можно так сказать. И для них это, конечно, трудно, по, или было трудно после 1980 -го года, вдруг, Эм, ну изучать другой язык. В Эстонии у меня был коллега, специалист по русской филологии. Он, конечно, всегда жил в Эстонии, но употреблял только русский язык. Нормально. Ну, когда Эстония стала независимым государством, он вынужден был, ну, ему уже был довольно, э, ну, 50-60 лет, изучать э, новый язык для того, чтобы стать гражданином, вот гражданином Эстонской Республики. Так что я вижу и ту, и другую Но тут сторону. Тут же есть Это еще просто. один аспект. Вот, смотрите, есть русский, как, ну, да. скажем, язык империи. там. Есть, если говорить об Украине, украинский язык, там титульной нации, да, а есть еще неимоверное количество э, других языков, ну, например, ну, Николаеве, да, то есть да. Если мы берем болгар, болгар, болгарский, да, да. Э, довольно живой такой, да, М -м -м, то есть тут да. польский, у нас э, живой, то есть вот славистика, тут у нас как, вот, вот в, в плане отношения к этим. Я не знаю, можно ли их называть малыми языками. Где Наверное, для нашей можно. страны малыми. На ну, самом конечно, деле да. они э, да, в да. другой ситуации. Если Болгария ⁇ член Евросоюза, то это официальный язык э, Евросоюза. Да, вот да, так конечно, вот с болгарским да. получается. Да? То есть вот к этим малым языкам, э, насколько гуманные отношения вот, на постсоветском пространстве, на, в частности в, в Украине? Ну, я, правда, не большой специалист насчет Украины, надо сказать. Но мне кажется, что в Украине ну, главная борьба, это все же было между украинским и русским Она языком. Она продолжается. И продолжается. И конца, по-моему, не видно. Ну, неизвестно, что будет. Ну, посмотрим. Будущее покажет. Ну, да. ну, насчет этих других языков, я думаю, что это для Украины это не так э, страшно признать вот эти меньшинства это можно, это уже сделано, так что и даже им предоставить какие-то возможности. Эм, насколько я понял, там какие там сложности есть насчет русинского языка, потому что там вообще русинский язык это очень своеобразная там проблематика, потому что это не только в Украине так, это тоже в принципе существует и как мы знаем в Словакии и в Польше, ну, по и, да, и, и бывшей, и бывшей Югославии. И бывшей да. Югославии а у всех э, свой стандартный язык, что э, страшно осложняет ситуацию. Так что здесь, я думаю, что э, все вопросы еще не решены, конечно, особенно в Украине. Ну, это тоже насчет русинского языка само по себе, потому что и сами русинцы еще не знают, что будет с этим языком. Будет там единый язык или какая-то там языковая крыша? который, ну так сказать, э, висит или стоит над всеми этими разни, различными там диалектами или региональными стандартными языками и так далее. Так что там и Украине есть еще что-то делать, и русинцам тоже. Ну вот, э, ну постепенно приближаемся к концу. Я думаю, что у нас минуты может быть три остается. А. Э, Какой-то практический э, совет. Ну вот. Я филолог, там, да, вот занимаюсь э, организацией э, преподавания, изучения языков, то есть, понятно, что там изучаю свою литературу, свои испанские вещи. Ну, вообще-то по жизни я занимаюсь не только этим, да, вот. Mm -hmm. э, или м, возьмем ситуацию с представителями нашего государства, там, чиновников и так далее. Как, какой, какие бы рекомендации, вот так ну, из того опыта, пусть ограниченного, который у вас есть, э, можно было бы дать вот таким людям, а, как я, и э, чиновникам. Да, ну, в Совете, да, это всегда плохо. Ну, Если это ладно, у нас телевизионный жанр, да, у, у, у нас жанр да, такой. Сегодня, надо, да. можно выключить потом. Нет, в общем-то, я думаю, что важно, чтобы, ну, всеми, по крайней мере, признавался украинский язык, потому что официально это и есть. Ну, что происходит э, на, в, э, практике, да. на практике или э, у... у конкретных людей это уже другое дело то есть надо перейти от того что ну украинский язык это второстепенный язык что-то в таком роде в принципе это вообще не язык это русский диалект то есть эту и... идею нужно забыть Я думаю, забыть, что, да, и забыть просто признать что украинский язык это язык на тех же самых правах, как любой другой, включительно и великий, могучий русский язык, конечно. Mm -hmm. э, ну, это самое главное. Uh -huh. И это все должны признать, не только украинцы, потому ну, что... То есть филологи это... должны работать для того, чтобы конечно, эта идея утвердилась, конечно, педагоги да. тоже искать новые формы, но ну, и государство тоже должно каким-то образом... это все... Да, и я думаю, что иногда это можно делать довольно простым образом. То есть, если там кто-то собеседник, и вы увидите, что он русскоязычный, но живет в Украине. Ну тогда с ним можно говорит по-украински. То есть, получается, такая семикоммуникация, один на украинском, другой отвечает, потому что он еще не может, на русском языке. Да, но... Это возможно, и это можно делать, но, ну, скорее всего, там получается, или э, украинский язык переходит на русский, или получается, какой-то суржик. Ну, и тогда э -э, это, конечно, суржик. Это... Ладно, это такая интересная тема. Нет, об но этом не будем я говорить. Я думаю, что наше, наше время <свят> уже закончилось. Да. И, и Дякую вам за те, що ви е, прийшли до нас і е, ну, розповіли багато е, цікавих речей. Головне, тут от, от, нюанси, е, відтінки да, в цих е, мовних політиках, е, на які е, нам варто звертати увагу. І Я дякую е, за увагу, за те, що ви були з нами. І звертайте увагу на відтінки в цих мовних питаннях, тому що там дуже важливо вміти чути, розуміти одне одного і до майбутніх наших передач. І спасибо вам большое.